Соревнования были посвящены Дню Матери. В них приняли участие воспитанники садов «Чебурашка», «Теремок», «Лесная сказка» и «Мишутка». Для юных спортсменов была подготовлена целая программа. Участники смогли посоревноваться в быстроте, ловкости, сообразительности и умении работать в команде с мамой. Эти соревнования собрали на трибунах много болельщиков. В перерывах между эстафетами ребята выступили зажигательными танцами, которые они подготовили совместно с музыкальными работниками. Команда сада «Чебурашка» оказалась самой быстрой. Соревнования интересные, конкурсы были достаточно. Кому-то простые, кому-то сложные, нам понравилось. Мне понравилось прыгать на мячики. Нам все очень-очень понравилось, было весело, задорно, интересно. Такие мероприятия всегда сплочают родителей и детей. Очень приятно, что проводятся такие мероприятия в нашем городе. Отлично. Просто как будто я на каруселях каталась. Так здорово. Было очень все замечательно, весело. Главное, мы получили огромное количество удовольствия. Ну и похудели чуть-чуть. Да, и это нам нравится. Все юные спортсмены получили сладкие призы и грамоты.